Анатомия пейзажа. Подход к написанию пейзажа может быть различен. Первый способ, это, наверное, такой, взять открытку какую-то, которая тебе нравится, или поехать в какое-то открыточное место, где есть удивительные планы, удивительные ритмы и цвета, и попытаться нарисовать то, что видят твои глаза. То есть рисование глазами. Ну, не все могут позволить себе уехать куда-нибудь там, в Сан-Марино или еще там что-то. Поэтому кто-то берет репродукцию, которая ему нравится, и начинает ее переносить себе на холст. Ну, это тоже хорошее, удивительное занятие, это тоже творчество, но это рисование глазами. Я сегодня хочу с вами поговорить немножко о другом. Вот мы живем с вами на Среднем Урале. И у нас открыточных видов практически нет. Ну, если исключить там какие-то чусовую, там, да, там, серьгу, то вот в основном нас окружает вполне заурядный пейзаж. Когда ты приходишь на берег Патрушихи, вот у меня здесь вот висит вот пример, рисовать-то там ведь нечего. И вот здесь начинается самое интересное. Мы начинаем рисовать не глазами, а сердцем. Мы должны достать из себя то, что нам дорого. Вот здесь мы начинаем любоваться пластикой отдельных деревьев. Мы начинаем ловить состояние, созвучное своим внутренним состоянием. И вот мы сегодня попробуем написать пейзаж, который не открыточный, но драматургический. Он будет построен вот определенным образом. Я выбрал для написания, для сегодняшнего мастер-класса тему «Зима». Для того, чтобы мы все смогли справиться с этим. Потому что зима все-таки, на мой взгляд, это проще. Здесь нет этих зеленых, как вот Боря говорит, я бы хотел летом написать. Летом писать сложно. По зеленой краске всегда видно художника, как он с ней обращается. Мы сегодня хотя бы этих проблем от себя, так сказать, отпустим. Я буду работать на основе своих впечатлений, когда-то полученных в своих путешествиях. И когда-то я написал такую работу. И вот, готовясь к мастер-классу, я о ней вспомнил. Я вам сейчас ее покажу и потом уберу. Вот такая работа. Такой вот пейзаж. О чем мы здесь должны сказать? Линия, вернее, человек, смотрящий на эту картину, находится где-то ближе тут к земле. Мы с вами часть этого пейзажа. Например, Питер Брейгель, он писал пейзажи сверху. Меня всегда, когда смотрю на его работы, мне кажется, что он рядом с создателем сидел на облачке и смотрел, как мы тут вот живем. Это другое совсем отношение к пейзажу. Что здесь есть? Невзрачные вот эти избушки, с которыми мы все должны с вами справиться. Мы все любим баньку, какой-то теплый дом. Мы укутаем это все, подвинем их таким образом друг к другу, умышленно, для того, чтобы укрыть их одним одеялом снежным. Ведь вместе теплее. Два индейца под одним одеялом, не мерзнут. Помните, как это? Ну и, конечно, храм. Люди здесь живут веками, они живут у Христа за пазухой, они здесь молятся, они здесь крестят детей и тому подобное. И раз это снег, и мы живем на Урале, то пусть этого снега будет много. Пусть это будет вот по пояс снега. Ну, и вот эта проталина на переднем плане, она нам дает возможность ощутить, что вот скоро Пасха, скоро весна, что это вот потекла она все-таки, потекла. Значит, вы сейчас можете следовать за мной, а можете просто наблюдать. Потом, когда я уже сделаю, в течение 40 минут, я надеюсь, что здесь. Потом я пройду и с каждым поработаю отдельно. Покажу какие-то приемы, как наносить, как писать деревья, как там
конкретно вот уже. Ну, я сейчас этим буду заниматься. В общем, вот такой вот у нас план. Я думаю, что мы должны справиться, ну, часа за два. Просто справиться. Писать будем смело. Самыми маленькими несколькими не будем пользоваться пока. А пока сейчас только вот. Итак, линия горизонта. Ну, у нас снега должно быть много. Поэтому... А, пишем, я пользуюсь растворителем любым. Меня спрашивают, какой там, тройник, двойник там. Ну вот любое, вот все, что растворяет эту краску. Я беру просто пигмент, потому что он приятно, на мой взгляд, более-менее пахнет. Беру араратскую зеленую, у вас она есть, да? Может быть, это Марс какой-то. И думаю о линии горизонта. Пусть, если ровно пополам, это скучно. Если взять выше середины, то здесь у нас не войдет тот мир, о котором мы тоже будем говорить. Поэтому мы чуть ниже середины намечаем, не обязательно ровную, так как у нас там сугробы. В середине мы ставим вот этот вот нашу избушку, баньку и укрываем ее снегом. За ней всегда раздражает, когда художник пишет храм, а у него купола не вошли, или крест там не вошел. Это главное в картине. Ведь искусство всегда было связано с духом. Оно никогда не было отдельно от него. Вот когда Бога из искусства прогнали на рубеже 19-20 века, заменив его собой, вот тогда и родилась вот эта черная квадратная точка Малевича, которую он показывал вместо иконы на выставке. И сердце зрителя стало холодным. Мне интересно, вот я как искусствовед, я могу сказать, что любой изм мне интересен. Но я этого не люблю. Дайте мне свет, гармонию и любовь. Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Пожиже взять, разбавить и храмить. Храмить просто, это какое-то колокольное. И сюда заборчик. Вот. Столб не торопитесь рисовать. Понадобится вам или не надо, там это уже... Какие интересные вот ограды эти. У мужика падает забор, он вместо того, чтобы что-то тут починить, он взял такую палку, раз поставил сюда, ну, подпер его, ну, перестал падать. С чего вообще начинается работа? Я начинаю всегда с самого светлого. Потому что самое дорогое в живописи и вообще в искусстве – это ощущение света. Свет. Свет – это то, что нам дано всем. Даром абсолютно вот наш этот мир. И если картина содержит в себе свет, то от нее абсолютно невозможно оторвать глаз. Это уже проверено, это залог успеха. Я анализировал, почему вот думаю. Эту картину купили, а эту никто даже не смотрит. Потому что в ней света нет. Она просто плоская, серая и никакая. Поэтому сейчас берем большую кисть и чуть-чуть на кончик оранжевого. Может быть, чуть-чуть желтый, чуть-чуть белый. И вот это то, что самое светлое. Я начинаю работать. Я считаю, что свет у нас пойдет со стороны храма. Может быть, не он является источником, но вот здесь где-то вот живет вот этот светлый мир, который дает смысл всему вот этому пейзажу.
И по кромке. По кромке. Белый. Ну вот достаточно пока. Можно туда и красным вмешаться, но это может быть чуть-чуть позже. Главное, что сильно не перемешивать на палитре. Здесь еще есть фокус в том, что свечение достигается следующим моментом. Краска не должна быть перетерта. Она должна какой-то такой лессировочный момент вот иметь. Момент смазывания желтого, оранжевого с белым. Такой вот она пленочкой такой. И тогда вот она светится. Как только ты начинаешь ее вот. Она в серую какую-то превращается. Не знаю, как, за счет чего. Чисто просто физику включаю. Отсюда свет. Значит, здесь вот тут канала такая, дорожка. А здесь вот свет попадает на эту сторону. Вот я попробовал красным туда чуть-чуть завести. Это вот те блики, которые основные я сохраню до конца своей работы. Может быть, я их чуть-чуть поправлю, но я знаю, что все остальное будет темнее этого. Небо – это вместилище света. И принцип еще такой есть. Углы у картины должны быть какие? Разные. Разные. Если мы сейчас выкрасим одним цветом отсюда до сюда, то это будет плоская такая вот картонка. Поэтому, раз у нас вот здесь свет живет, Бог живет здесь, то мы сейчас и сделаем... Тоже оранжевый, желтый, может быть, чуть больше желтого. И большой кистью. Вот смотрите, я как наношу мазки. Я их такой мозаикой наношу. Мир состоит вот из каких-то таких молекул. Кисть кручу то так, чтобы краску-то она отдавала. Вот это вот желтый. А чем ближе к горизонту, тем что небо с небом становится, скажите мне, кто замечал? Теплее, краснее, правильно. Поэтому мы можем сейчас взять и сюда добавлять чуть-чуть красного. Чтобы он не был таким ярко-красным, я возьму эту серую пену на самый кончик. И вот теперь с нашим бликом соседства еще темнее туда. Начинает возникать вот это свечение этих крыш. Чем ниже к горизонту, тем краснее небо становится. Это замечено. А нам нужно его еще сделать и темнее к горизонту, для того, чтобы снег у нас вспыхнул. Вообще, вот свет – это первое. Второе – это гармония. Гармония зависит от чего? Это уже приобретенные навыки. Это наше образование, те книжки, какие мы прочитали, то, что чувство ритма, чувство стиля. Здесь вот важно не переборщить, сейчас все работает на полутонах. Хотя этот пейзаж можно решить по-разному. Взять сейчас небо синим, выкрасить оранжевым. Но это будет не молитвенное вот такое состояние, это будет состояние праздника такого. Это будет другая какая-то картинка. Я сегодня хотел бы вам донести о том, что пейзаж, созданный вот так вот в мастерской, он может быть абсолютно личный, продуманный, с отношением. Здесь всего лишь три краски. Желтый, оранжевый и пейно-серая. А, красная четвертая. Пейно-серая. На самый кончик и в те же смеси. Вот. И потом вот более темным можно выходить такими вот какими-то облаками. То, что там в Париже закрасился, я просто о нем помню.
успокаиваю эти красные, чтобы они мне тут в закат не превращались. Теперь в целом у нас снег и крыши будут светлее. Вот эта часть избушки, она будет чуть-чуть в тени, поэтому она такая холодная. Это тоже, но светлее, чем небо. Немножко. Оранжевый, желтый, просто уже в тех смесях, которые у нас есть. Мне нужно, чтобы вот это было холодное и темное, а за ней крыша светлая, а с этой стороны наоборот. И тогда у меня будет, видите, избушка. Вот такая вот история. Здесь тоже. Сейчас. Покрывало вот это снежное. Свет этот сохраняем, как черт я его. Смотрите, так ведь еще и не трогали. Они как вот были у нас в подмалевке, так они и сидят. В принципе, им почти ничего и не надо. Нужно чуть-чуть сейчас вот взять, наверное, какую-то коричневую краску, может быть, усложнить ее каким-то... Ну, например, войти там у вас есть, да, вот взять сейчас маленькую опять кисточку, вернуться с ней. Вот араратская зеленая, намаз коричневый. Чуть-чуть серо-белый может туда, или там оранжевый. Усложнить краску, не надо ее искупить туда. И или вот индийская желтая, хорошая краска. И по форме там бревнышек прямо. Мазки накладываем. Вот мне взяли и показали эти бревнышки. А с одной стороны, особенно вот под этим снегом, темная крыша. Тут тоже так списали, раз. Здесь ворота у дома, а на воротах лежат вот эти шапки на столбиках. Вот что это я буду решить. Пытаешься форму придать этим своим. Под крышей всегда темно. Вот и подчеркиваем эти места. Вот она объемная стала. Серый белый добавляю, да? И такой холодный оттенок получается. Он уже не кричит. Засуем. Можно наметить ту проталину, на которой мы говорили. Когда он течет, он в зеленый превращается. Вот здесь синий, араратскую, ой, вернее, индийскую желтую. Такая зеленка получается. Это ручьи там. Теперь я возвращаюсь к деревьям. Можно взять ту же крупную кисть, которую мы и небо рисовали. Можно взять какую-то другую, чуть поменьше. Деревья зимой. Мы не будем рисовать каждую веточку, мы будем рисовать сейчас ощущение деревьев. Вот этот вот туман такой, пятно такое деревьев. Сразу их несколько. Значит, они какого-то фиолетового, ну вот если сейчас даже посмотреть, они вот за окном имеют такой какой-то красноватый оттенок, красный, там же и тени синий.
Короче, фиолетоватый такой какой-то цвет, на основе коричневого, а может быть на основе, вот можно попробовать взять пену, добавить в нее фиолетовую, но чтобы она не была чернильная, вот, нужно туда ее чем-то усмирить, может быть оранжевый. И попробую. Вот здесь вот сейчас интересный такой момент, как я пишу эти деревья. Кисть не прямо вот так вот к холсту, а параллельно холсту вот так вот, вдоль холста располагается. И легкими касаниями возьмите коричневую, добавьте в нее красную, можете добавить синий или там оранжевый и посмотреть, что у вас получится. Мы сегодня рисуем больше тоном, чем цветом. Мы в гамму такой вот взяли для себя вот такую гамму снежную и в ней сейчас ковыряемся. На работе видно, как я это делал, да? Здесь уже разные я ловил оттенки. Какие-то ветви были освещены солнцем, какие-то в тени. Вот. А потом мы уже возьмем тоненькую кисточку и к ним подведем вот эти стволы. Тогда у нас, может быть, что-то получится. Вот. Нет, ну что, нормально получается, я смотрю, что-то такое тут уже происходит. У мастера происходит. Ну так он на той массе. Потому что если мы нарисуем сейчас черный вот этот черный треугольник, то на фоне него мы уже дерево не сможем нарисовать. Оно еще темнее. То есть оставляйте себе возможность. Церковка будет ну, какого-то. Она почти уже сидит там, уже цвет у нее есть какой-то. Ну, может быть, это слегка охристо, фиолетоватость. Они же светлые, как правило. Обязательно золотые купола. Ну, может быть, просто темный. А может быть и вот взять индийскую желтую. Вот за этой крышей, если одна колокольня не бывает у храма, правда? У него есть еще само тело храма. Оно у меня спрятано вот за этой крышей. Вытарчивается только крыша одна и куполок. И это и по смыслу, опять же. Храм вот, вместе с этим жильем. Все это воедино, все это один организм. Это вот так устроен мир вот этих людей, которые здесь живут в гармонии с природой. Они отсюда лисину вырубили, сюда ее положили, дом себе сделали. А перед этой байкой всегда хочется перебить эту архитектуру. Поставим яблоньку или рябинку, там, все что угодно. Вот. Если рябинку, придется еще и ягодки нарисовать, ну это уж так на любителя, скажем. Но мы сделаем темную краску, берем коричневую, смешиваю, можно черную добавить. Не с самой серединки. А вот здесь надо ловкими движениями, обратите внимание сюда. Раз, это должны быть такие вот легкие, неуловимые движения. Можно взять самую-самую тонкую кисть, если она у вас есть. Вот когда у меня есть вот такие основные вот паутинка вот из этих веточек, всегда у средних веток есть еще более мелкие. Нам их не нарисовать физически. Поэтому мы берем опять большую кисть, ту, которой мы рисовали небо, ту, которой мы рисовали вот эти ветки, набираем опять прозрачный какой-то такой вот холодный оттенок, белое с сиреневатым. И легкими-легкими касаниями делаем вот такие вот. Туман вот такой. Списываем эти жесткие ветки. Все эти жесткости. Да? Вот, теперь тополек. Вернулся к топольку. У тополей, у них не бывает вот таких прямых веток. На меня смотрите. Вот такие вот не бывают ветки. У ветки всегда есть. Как я говорю, вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Они всегда, вот, понаблюдайте за деревьями. Они не растут так прямо. У них есть пластик. И поэтому, чем диковиннее этот тополь рос,
он там загорожал, там картошка там у него затенилась, мужик залез туда, обрубил там ветку, он как-то там, в общем, качель там привязал, там еще там что-то сделал. Дети сколотили гнездо себе там, да, на нем. То есть вот какие-то такие вещи, они из вас, из вашего сердца должны вот идти. Сейчас у меня остались белые пятна, друзья, вот эти вот там какие-то. Я сейчас молча их просто закрашу. Надо вернуться за бурчик. Я его потерял со временем. Если когда ты ветки пишешь большой кистью, не насложной, а более с раствором? Нет, без раствора, ни в коем случае не с раствором. Все-таки пастозно. Масло. Вот не надо раствора, чтобы не смог... Оно должно накладываться, как-то смешиваться. Это я понимаю, что опыт должен быть. Да. Но нужно пробовать. Получается. Не у всех получается. По крайней мере, не сразу. Ну я это делаю так. Раз это мой мастер-класс, ну смотрите, как я это делаю. Репетан по-другому это делал. То есть, ну кто-то еще там, да, это нормально. Вот на переднем плане поярче, посветлее, скажем так. Посветлее и попастознее. Есть такое понятие, пастозность. Здесь совсем без жидкости, уже наоборот. Прямо как пастой, да? Белыми? Чистыми, нефть чистыми, с оранжевой и желтой, раз уж мы с них начали. Но только чуть-чуть, держите себя в руках насчет желтой. Я смотрел многих это. Диагонали пошла вглубь сюда, в композиционному центру. Я, может быть, вот здесь стоит нам даже потом и поставить какую-то фигурку, какой-то персонаж. Может, две тетки зацепились языками там, да, стоят, вот, например. Или раз у нас есть храм, то у нас может быть женщина с коромыслом или мужик, неважно. Для меня это распятие, то есть это крест символ. Вот. Это все имеет смысл. Почему не поставить здесь вот, с колодца какой-то? Идет такой крестик, понимаете? И в конце, я так думаю, но здесь вот в небе можно взять и нарисовать. Сейчас я это и сделаю, в конце, сейчас. Я поставлю сюда сорок. Притом я поставлю ее в том месте и в той форме, как она есть на картине Брегеля «Охотники на снегу». И это будет совсем уже другая история. Мы включимся в процесс общего какого-то такого искусства, понимаете? Брейгель 15 век, мы там 21. Это сорока. Ничего не изменилось. Так же лежат снега, так же люди тут живут, понимаете? Эта сорока, она с картины Брейгеля перелетает к нам. Это уже такая культуровеческая такая игра, скажем так, в которую мы включаемся. И об этом даже можем никому и не говорить. Для понимания, для смысла, о чем я говорю, я специально ее вот тут размещаю. Потому что сейчас, вот если мы посмотрим глазами Брегеля на этот пейзаж, то оказывается, что мы, в общем-то, в его эстетике ведь его сделали. Мы сейчас тонкость вот этих линий, проработки, любовь к деталям, можно это все уже сделать на самом последнем этапе, когда вот раскрыт этот холст. Вот эту помойку, ее расцветить надо так. Она тут забликует оранжевым там каким-то. Желтый, зеленый.
менее подробно мы рисуем, тем больше у зрителя возникает, так сказать, своих собственных ассоциаций. Поэтому не надо все секреты сразу выдавать зрителю. Живопись — это иллюзия. Иллюзия. Иллюзионист не показывает нам свои фокусы перед носом. Точно самое и здесь. Степень условности должна быть. Сохраняться. И каждый зритель сам там себе придумывает. То ли это ветка, то ли это сток, то ли это там еще что-то. Домики, которых там на самом деле может быть и нет. Но зрителю в этот момент будет много интереснее. Удивительный образ, да? Раз. И работа сразу закончилась. Нарисовалась. Опа, и все. Она закончилась. Под глазами можно рисовать сердце. Вот я что хотел до вас донести самое главное. Что когда вы будете себе, вы дома можете взять поменьше форматик, может быть, какую-то найти сюжетик, фотографию и попробовать сочинить такой пейзаж, помня то, о чем мы говорили. То, что вам дорого, самим. Все должна быть гармония, значит, свет. Первое — это свет. Вот мы с него начали. Пока чистая палитра, пока чистая кисть. И вот самое светлое, когда-то это бывает небо, мы начали со снега, с этих бликов, и я их сохранил, вот, поэтому они и светятся здесь. Вот. Второе — это гармония. Вот все цвета, они сделаны в одной гамме. Поэтому я вас успокаиваю, многих у вас будут слишком желтые, здесь вот слишком красные. Они, надо их успокаивать, цитировать друг в друге, цитировать. Вот. И любовь. С любовью к каким-то деталям, каким-то образом.